сейчас на работу пойду. Да, две смены. Две вторых поставили для Юха в конце месяца. Не, я когда позавчера двоих. Я хуй знает за кого, блядь. Начальник. А? Чё говоришь? Опять? Так я вчера начальнику говорил, или позавчера, когда в шахте, я говорю, хули, говорю, 5 дней двинул. Он такой, не, у него больничный он принёс. Я говорю, хули, нихуя, бухаю там и работаю-то. Не уезжай туда, так держи и все. Ну, мы держим здесь все. Не выходи, не вылазь никуда. Там вон этот поехал, КВ-4. Че, мы туда сейчас уманем. А? Ну а я чему тут? Ну хоть хотя вот тут как-то что-то будем крутиться, отбиваться, а че еще? Ну это сейчас уйдешь, эти полезут. Не, ну хуесос, вот там вот стоит, вот, блядь.
ПТшку. Ну что он сюда-то не выехал, блядь, помогать? Ну есть планы, ну вообще такие твари куча. Пацаны, вообще, ребята, классно, вообще. Умеете, могете просто.